Это всегда так происходило. Зарядку! У-ху. Сгораем! У нас ничего нету. Просто старое гнилье. Самое главное, ем чесночок. Доброе утречко всем. Доброе утречко всем. Мы с малышом первое всех приветствуем. Да, Тёмочка? Нас мужичка. Я вижу там уже. Артурчик увидел телефон у Арины в руках и сразу попросил игру. Теперь он играет. И здесь и музыку играет, и рисует, и пазлы складывает, и что-то там еще, да, Арина? И параллельно считает. Считает. 2 минус 1, сколько будет? Вот, параллельно завтракают детки. Яблочки, бананчики. Мама пока еще не ела, мама воду пьет. Так, что у нас за окном? Солнышко здесь светило, но уже достаточно тепло. Небо какое прикольное, кстати, красивое облачко. Вот, сегодня придется опять окно на все открывать, потому что жарко будет, да? Так, ну что, новой дырки рядом пока нет. Про что я вчера говорила там. Ну, все равно скоро будет. Это всегда так происходило. Всегда. Так что интересно. Возможно, уже сегодня. Посмотрим. Что ты там нажал уже, ну? У нас занят кто чем. Да, все, у всех свои дела. Арина зарядку делает. Ну и я тоже делаю, да. Просто решила показать, чем мы занимаемся. И мама пошла делать зарядку. Вот так вот под музыку Артурчикову. Очень даже классно. И кто-то у нас там тоже зарядку делает, да? На картинки смотрит. Вот, скажи, интересно. Интересно. Делай. Ну, так а что ты? Делай. Ну, все, я тоже буду делать. Что, стало время позавтракать. У нас уже 10:30. Папа снес с утра приготовил кашку, нам всем овсяная. Семян тут добавил, всяких любит. Он бурду делать, конечно. Изюмчик. Ну, нормально, вкусно. Не хватает, конечно, кокосового сливок там или вот урбича. Я так и не заказала, потому что нет в магазине пока. В связи с закрытием границ, в общем, только через 2 недельки будет. Но потом закажу. Будет очень вкусно. Вот. Сложили мы диванчик, вот так вот сделали, чтобы Тёмочка ползал. И вот так вот он спит у нас здесь. Преграду такую мама ему сделала. Но все равно же все в комнате. Но на всякий случай. Ну как, суп? Арина у нас кушает. Ну, со свеклой у нас позаканчивались продукты, в общем. Угу. Вова с ней купит. Ну, а пока готовим из того, что есть. Соя, картошка, морковка. Все? Суп такой будет. Надо специи, не солила? Солила. Да, специи добавить вообще надо пробовать. Может, еще что-нибудь добавлю, посмотрим. Ну что, Артурчик пришел за очередной порцией палочек, да? Палочек. Вот, фокусировка наконец-то. Ну, хватит, все, хватит. А то там мало будет. В общем, нашли мы решение. У нас сегодня будет душ. У нас была, оказывается, отварная стекла. Так что классно. И я еще успела мыло сделать из кешью. Так что сегодня очень вкусно. Да, обед будет. А точку я уже положила. Добавила майонезику, супчик стынет. Арина тут наблюдает с окна за деревом. Беленькая распустилась. Смотри, тут... С утра было меньше, сейчас уже... Нет, на другое. Посмотри. Больше. На какое? Вот. Вот, красота. Смотри, это же весна. Видишь, деревья. Красиво, да. Красивые деревья, цветочки. Угу. А мы тут на солнышке сгораем. Да? Вот это хорошо. Классно. У нас тут танцы. Артурчик, покажи, как ты танцуешь.
Класс. Все, устал, молодец. Потанцевали. Ой. Наш одуванчик. Где наш одуванчик? Только что летал тут. Одуванчик. Боже, какой ты пушистый. Покажись. Уже волосы опали, блин, не видно. Одуванчик. Одуванчик. Налетался. Налетался. Какой смешной. Это наш обед. Это всем нам такой обед. Какой сегодня? Сегодня мы решили пожарить картошку. Давно не ели, да, Вова? Решили. Да, салатик у нас. Вчера он купил, зеленушечки сделали с авокадо. И еще помидорка. Вот такой вот у нас классный сегодня обед. Но вечером мы не знаем, что варить. Сейчас едим это. У нас ничего нету. Чашечку свою тарелку поставила? Это не моя тарелка, моя вон там. Это его тарелка. Вот, так что хороший вопрос, что мы будем есть на ужин. Хотя ладно, пока пообедаем, а дальше будет видно. Сейчас прогуглим, что поужинать. Чемочка, чемочка, мы тут на солнышке греемся. Классно, на солнце светит. Удобно видно, подушечка новая у Артура. Пришел жулик. Классная подушка. Жулик лег на меня, а Артурчик лег на жулик. И балдеет. И жулик не уходит, я его не держу. Ну что, сегодня дети уснули в 7 часов, в начале 8. Сладко спят. Арина освободилась, пошла по своим делам. Мы ее не увидим уже. Сегодня на первом этаже будет, на втором тусить. Закопалась. Это важное дело, покушать и поиграться. Конечно, она целый день была со мной, мне помогала, с детьми играла. С детьми, главное, братиками. С детьми, это говорю. С детьми, братиками. Мы решили попить, да. Печенька сегодня отменилась, потому что кокос плохой был. Стух. Жалко. Очень часто в магазинах они стухают. Даже если выбираешь вроде как свежий, все равно он может оказаться внутри сброшенный. Ну, жалко. А у нас сегодня были кокосанки по плану. И рецепты хотела снимать. Вообще, вот если честно, как вообще магазины вот это все дело контролируют? Если бы я не умел выбирать... Но я немножко научился выбирать. Я когда прихожу, я из 20, из 30 кокосов только один более-менее нахожу. Все остальные просто старое гнилье, которое уже на свалке должно быть. Может, сами не понимают, там, через какое время их пора уже выкинуть. Может быть, не пользуются спросом кокосы. И они лежат там, возможно, неделями. И пропадают. Ясно. Ну, иногда находим нормально. Наверное. Так, свежая кокосовая стружка вкуснее, чем... Просто жалко тех людей, которые, как мы вначале, не умели выбирать. Просто приходили, брали кокос и уходили. И они приходят домой, разбивают его. Он тухлый, они его выкидывают. И больше не идут за кокосом и теряют много очень вкусного. Да, кокосик классный. Ну что, 10 час. Пока еще все спят. Это хорошо. Я освободилась и буду сейчас делать видео на наш кошачий канал про то, как мы сделали для котов невидимую стену, позвали их кушать, и они, в общем, пробирались. Я сама не видела, потому что занята была. Интересно. Подмонтировать. Мужской и женский пол оказались немножко по-разному отреагировали на это все. Ну, так что сяду монтировать и выпущу. Должно получиться, ну, посмотрим, в общем, на реакцию наших котов. Ну и вот, мы немножко опоздали, мы сейчас до 9 едим. Ну ладно, просто я занята была сильно. 20 минут не страшно. Вот, все-таки вот ужин у Вовы, как всегда, бурда какая-то. Самое главное, ем чесночок. Чеснок ест, да. Вот, а я гречку сладкую поем. Мне нравится очень сильно. Вот сюда бы еще кокосового рубича. Это вообще божественная еда, если честно. Но я уже говорила про это. Так что всем приятного аппетита. Не кушайте так поздно. Кушайте раньше. Почти 11, все. Я выключила компьютер. Сколько смогла, сколько сделала котов. Очень спать хочу. Тут у нас Артурчик вылез. Спит со своего места. Не знаю, может просыпается.
В общем, буду сейчас расстилать свою половину. Надо его переложить туда. Спят детишки. Тёмочка хорошо спит. Вова еще играется. Видимо, будет долго. По нему не видно, что он хочет спать. Ну, а я пойду спать. Я очень, очень, очень хочу спать. Так что до завтра. Всем спокойной ночи.